Уважаемый господин мэр, уважаемые жители Марселя, сегодня Украина переживает очень сложное время. У нас идет война, гибнут люди, военнослужащие. Это очень страшно, когда в обычную, привычную нами всем жизнь, мирную жизнь, врывается кто-то на танках, самолетах с бомбами. И сегодня это происходит в моей стране, рядом с моим городом. Я благодарю вас за поддержку, я благодарю за вашу помощь, нашему городу. Наши города очень похожи. Я никогда не мог себе представить, что одесские пляжи, на которых отдыхают дети, люди, у нас город курортный, наши пляжи могут быть заминированы минами. И на пляжах будут стоять танки и пушки. И наши дети не смогут пойти отдыхать в воскресенье к морю, прогуляться возле моря, подышать воздухом. Потому что мы ждем, что туда могут прилететь русские ракеты. Ну, такая сегодня ситуация. Спасибо огромное вам за вашу помощь в сохранении мира, в восстановлении мира. Я думаю, что мы все вместе должны достучаться до тех, от кого это зависит,